Ежегодно администрация Бердска проводит среди ТОСов конкурс социально значимых проектов. В этом году по итогам такого конкурса выделены гранты на реализацию 8 проектов, поданных территориальными общественными самоуправлениями. Среди социально важных потребностей на конкретных территориях особое место занимает создание спортивных объектов. ТОС «Калинка» на обустройство спортивной площадки получил грант в сумме более 120 тысяч рублей. Софинансирование как бы было 10% от суммы, а остальное все нам помогала администрация, помогал Валерий Георгиевич Бодин. Общими силами все делали. ТОС «Калинка» расположен в одном из отдаленных уголков города. Жилой сектор здесь составляют частные дома. Площадок для проведения совместных мероприятий с жителями до нынешнего времени практически не было. Детей много на улице, им негде было собираться. Сейчас они здесь встречаются, веселятся, играют в футбол, на турниках висят, как бы собираются просто пообщаться. Планируем мероприятия, праздники проводить, встречаться не только ребятишки, но и взрослые будут участвовать. Хотим еще в дальнейшем тренажеры здесь установить. Будем собираться все вместе, дружной компанией. Открытие спортплощадки – радостное событие не только для жителей данного района, но и для инструкторов Спартаграда, специалистов, для которых основополагающая цель профессии – привнесение активной динамики в жизнь горожан. Взаимодействие с ТОСами продолжает давать положительные результаты в городе Бердске. И сегодня вот мы открываем площадку практически на берегу, на улице Калинина, это как бы считается отдаленный район, и уже Спартаград зашел и сюда. То, что ТОСы с нами сотрудничают, и они сами на нас выходят, это нам большое подспорье. То есть мы делаем общее дело в городе Бердске. Мы развиваем физкультуру среди населения, и особенно среди молодежи. Когда тянут вот здесь себя за голову, ни в коем случае, никогда в этом упражнении нельзя себя тянуть за голову. Поэтому работайте прессиком и выдох вверху. Готовы? Внимание, начали! То, что появилось место для спортивных занятий – важный момент для юного поколения. ТОС «Калинка» расположен в прибрежной зоне Берди. Рельеф – сплошные перепады. Найти, где поиграть, к примеру, в футбол, сложно. А тут, пусть и небольшая, но обустроенная площадка. Да и в целом, увлечение спортом становится все более популярным у молодежи. Допустим, я как спортивный человек бегаю по утрам зарядку, и живя недалеко отсюда, я могу просто прибежать сюда спокойно и залезть на перекладину, даже просто поподтягиваться. И получается не только для меня значимо, и для маленьких детей, которые уже с маленьких лет привыкают уже к спорту, уже начинают здесь этим заниматься. ТОС «Калинка» образован 3 года назад и постоянно участвует в грантовых конкурсах, что, по мнению жителей, значительно добавило комфорта в их жизнь. Нам ощебенили дорогу благодаря вот ТОСу, когда создали. Вот как бы, ну, планируем сделать спуск. Здесь у нас вода бежит с города, свет. Как бы все планируем сделать по гранту. Всегда были проблемы по чистке снега, да, у нас нашу улицу никогда не чистили. Мы всегда звоним, как бы всегда откликаются. Там пусть не в этот день, на следующий обязательно приедут, почистят. Стоит отметить, что общая сумма субсидий для ТОСов в этом году составила 1 900 000 рублей, большая половина из которых – средства областного бюджета. Кроме материальной поддержки, муниципальными административными структурами оказывается помощь в практической реализации ТОСовских проектов.